Привет, девчонки! Привет! А Катя храпит во сне! А Женя пердит, когда нервничает! Ну, Катя! А какие девушки тебе нравятся? Мне нравятся девушки в теле. Ну, в смысле спортивные. С большой грудью. Ну, чтоб в ладошку помещалось. Которая не боится показаться смешной. Ну, адекватная. Я обожаю группу Скорпионс. Ой, я тоже люблю. И моя любимая группа. Обожаю, просто обожаю. А какая ваша любимая песня? А, любимая? Эти глазки, эти голубые глазки, эти... А у Кати вот такой вот фурункул на жопе вырезали. А у Жени не вырезали. Эти голубые глазки, эти глазки. Женя нашел. Это потому, что ты храпишь. Это потому, что ты пердишь. Говорили, у кошки боли, у собаки боли, а у Сереженьки не боли. Лучше бы у Сереженьки у вашего болело, чем у Масика моего. Если что, у меня коробочка есть. А может быть, советы в интернете почитаем? Разбавьте 30 граммов водки на 150 граммов молока и влейте в кота. Я слышала, что уринотерапия в ветеринарных целях от всего помогает. Все, котик, собирайся, мы едем к доктору. Тихо, тихо, котик. Да мы в этой пробке 10 лет простоим. Он если не от болезни, то от старости. Не переживай, мы сейчас ветеринару позвоним. Здравствуйте, доктор. Я ответила на все ваши вопросы? Да, спасибо, доктор. Скажите, а вот эти вот таблетки от глистоп, они людям тоже помогают? Мама, я красивая? Да, красивая. Да, красивая. Блин, что за отстой? Господи, боже мой, кому такая красота достанется? Это что, морщина? Ёб вашу мать. Женщина, я вас не знаю. Только всего нужно обсудить. Ты так потолстела. Блин, нам так весело вместе. Почему мы так долго не общались? Так ты же у меня парня убила. Слушай, Женя, помнишь, вместе с нами девка училась? Страшная, стрёмная. И все ее называли Женька Лицо Корыто. А я теперь бизнес-вумен. Да, у меня денег хоть жопой жуй. Расскажи, пожалуйста. И потом приводишь трех друзей и становишься сапфировым продавцом. Но прямо сейчас ты должна купить у меня чемодан продукции. А ты мне никогда не нравилась. Вредно, я тоже много чего хочу. А уроки за тебя кто? Пушкин учить будет? Да, мама плохая. Только папа у вас хороший. Да еще в задницу кота своего поцелуй. Шапку надень. Нет, я что, эти деньги печатаю, что ли? Вот у тети Иры дочь золото. Я ему слово, он мне 10. Мы это тебе сейчас купим, но это будет на день рождения. А с друзьями ты тоже так разговариваешь? Папа придет, он тебе ремня даст. На каникулах из учебников не вылезешь. А чего сидим? Заняться нечем? Сейчас я тебе найду занятие. А жопа у тебя не слипнется? А волшебное слово? Молись, чтобы это пятно отстиралось. Рожу не корчи. Тебя сейчас кто-нибудь напугает, навсегда такая останешься. Тебе что, одному в школе ничего не задают? А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь? Дома поговорим. Пусть лучше с нами выпьет, чем где-то по подъездам. У тебя что, своего дома нет? Доедешь, позвони. Подрастешь, поймешь. Сдачу вернешь. Перехочется. Будешь плохо себя вести, я тебя вот этому дяденьке отдам. Thank you.
always eats junk. Session when they're funk. Drunk. People always eat junk. Session when they're funk and drunk. People. Жарко, разделься. People always eat junk. Session when they're funk and drunk. People always eat junk. Session when they're funk and drunk. Понял. Слышь, кто это? Где? Да вон, плывет. А, это Женька из параллельного потока. Да я не про девку, я про баскет от шефа. Да, я опоздала. А кто делает собрание в час утра? Что? Скажите спасибо, что вообще пришла. Ой, опять опоздала на 40 минут. Стабильность – признак мастерства. Это не я опоздала, это вы раньше пришли. Прошу прощения за опоздание. Очередь за вашим любимым пирогом была такая огромная. Да, я оттягивала время, чтобы не видеть ваши мерзкие рожи. Чего? Да вы сами по 1 минуту назад пришли. Ой, извините, пожалуйста, за опоздание. Просто я сначала отводила ребенка в детский сад, потом эти пробки, потом проблема с парковкой. А хотя, чего это я тут распинаюсь? Опоздала и опоздала, не ваше дело. Чего? Я директор, мне вообще насрать. Нам нужно серьезно поговорить. Скажи только честно, я не буду ругаться. Тебе нравится Ким Кардашьян? Иди сюда. Тебе надо, ты иди. А ты помнишь, какой сегодня день? Какая еще рыбалка? Слушай, а вот когда у нас будут дети, ты бы как хотел их назвать? А Ленке муж шубу купил. Я придумала. Попроси начальника, чтобы он поднял тебе зарплату. Завтра к нам приедет моя мама. На недельку. Вот, цветы на работе подарили. Дома же не дарят. А сколько у тебя было девушек до меня? Ой, да мы с ним просто друзья. Это не то, что ты подумал. Нет, он совсем меня не слушает. А почему это мы трубки не берем? А у тебя машина застрахована? А вот это вот чей рыжий волос? Ты маме зять не нужен? Нет. Ну, слава богу! А то сейчас много всяких. Мужчина, вы невыносимо красивый. А красивых мужчин нужно размножать. А я вижу, здесь пробегал великан с мешком уродов и ни одного не выронил. Привет, красавчик. Хочешь, кое-что покажу? Все, нам нужно расстаться! Девушка, но мы не встречаемся. Ну так чего ты ждешь? У вас есть невеста? Да. Я же еще не согласилась. Я погуглила словосочетание «мой парень», мне вылезла твоя фотка. Девушка, вы уронили. А твои родители случайно не ювелиры? Нет. А тогда откуда у них такой «мой парень»? А это случайно не вы выронили ключи? Ключи от моего сердца. Это вообще-то ключи от моей квартиры. Дай сюда. Дай сюда, говорю! Ну что, давай. Попробую. Не могу. Жена, ты же моя подружка. Ну, давай, представь, что я мужик, который продал тебе шаурму. Не выйдет. Я слишком тебя люблю. Ну, представь, что я женщина, у которой грудь больше, чем у тебя. Нет, таких не бывает. Представь, что я твой бывший Коля Дрищ. Не получится, Жень. Я не знаю, почему не получается. Слушай, представь, Женя! Женечка! Жень, с тобой все хорошо? Жень, ну скажи честно! Аркаша, правда с тобой заигрывал?